нету хозяина. Ой, мне то же самое сказали. Потому что, вот вы знаете, это невозможно просто терпеть изо дня в день. Куда вы? А местная, но у вас тут администрации или местной сейчас нет? Нету, нету. Мы писали в Иркутск и звонили. Роспотребнадзор. Звонили, писали. Вот, Иркутская область. Я писала губернатору на сайт. Вот этот портал, у него адрес, и я пришла. Писала, что мог, что у нас происходит. Написали письмо, сказали, что типа в администрацию в Ангарск. Дали руководителю. Задание разобраться здесь на месте, что у нас здесь происходит. И как бы получилось так, что мы-то знаем, что это территория КПРС, а потом как бы отписались, что это не территория КПРС, КПРС уже отсыпали, а это территория, известно, чей хозяин. Не, но бывшая все равно это будет. Ну, они считают, что вот, кадастровый номер нашли. Все, и потом приехали, вот приехал сюда, приезжали Усов и еще... А, Усов там, был, да? Был, да. Значит, будут отсыпать. Понятно, кадастровый номер назовите, если он здесь известен. Ой, у меня здесь нет, у меня на электронной почте есть. Кадастровый номер я нашла. Вы мне тогда назовите, дайте свой телефон, я вам перезвоню. Так, ну, Баранова Евгения Николаевна, 8-950-132-70-41. Я посмотрю номер и... Где твой Иркутск, потому что приезжали с Иркутска, вот, и смотрели, и воспламенений нет. Вот вы знаете, да, я в шоке так, да, была. Это даже формулировка такая в письме? Да, было в письме такое. У нас тут зимой, извините. Да. Ну, пламени открытого здесь нет. Так оно было, оно было. Оно было, а летом не приезжали, да? Вам, кстати, на пожарную службу, которая вот здесь обслуживает наш Китой, вот вы посмотрите, сколько вызовов было именно по этой территории, потому что называли летом. Ну да, это можно сделать. Сделайте вот эту, да, там у них есть все пожарное. А месяц вообще за оно летом так же горит, вот как сейчас. Оно летом пламенем горит. Пламенем горит. Прямо пламенем горит. У нас же сейчас здесь снег, сейчас снег начнет таять, у нас вообще будет дыхаться, еще больше будет. Это сейчас снег просто лежит, а внутри-то это все горит. Вот он нашел, где выход найти, вот дым вот. А сейчас еще тает, оно еще больше. Так оно же не только здесь, у нас дымит. Оно же по всему Китаю расходится, дышать нечем. Девушка по пожарной, вот эта, с Иркутска, вот надзорка, вот дали девушку. Мы сюда с ней подъехали. Начали проходить туда с ней, вот где возгорание, она все это снимала на камеру. Потом, значит, решили дальше пройти, она так провалилась, сказала, все, я больше не пойду, здесь опасно ходить. Логично. Действительно, там вообще вот все вот идет, как подушка вот такая, мягкая и все. Мягкая, да, да. Да, и она даже дальше не стала проходить, вот она также вот здесь вот сняла, но вот эту всю территорию сняла, как что есть. Все, ей сказали, что в Ангарский район дали распоряжение разобраться на месте. Вот и все, и вот последнее, что было, вот что не могли найти как бы хозяина. Вы тогда надо кто? Посмотреть, когда ну, я сказала. Вы можете их, в принципе, взять, они как бы мне... Вы возьмите, потому что посмотрите, когда поступила и какая реакция. Вот они все как бы письма. Когда пришли они? Вот в адрес. Дела никакие не делают, двигов нет. Они там поступают, а мы-то вот здесь, у нас вот все. Вы чувствуете запах? Отговорки, вы знаете, вот у нас дети болеют, да, если заболел ребенок. Вот сейчас у нас ребенок заболел, 2 недели ребенок на больничном. Школу пропускает, ребенок же... У ребенка жесткое дыхание. Только выздоравливать опять то же самое. Ну что это за такое вообще? Я думаю, что